Один из главных сегодня действующих лиц по магии на Уфа-арене Григорий Панин. Начнем с короткого комментария по матчу против «Авангарда». Ну, вы уж так очень магически меня представили. Сегодня открытый, красивый хоккей, я думаю, был. Всех болельщиков порадовали обилием голов, обилием голевых моментов. Силовой игрой, игра, можно сказать, была туда-сюда. Поэтому ребята сегодня, блин, все старались, хоть и начало было, как хочется сказать, как обычно. Начало было не в нашу пользу, но потом сумели перестроиться, забить нужные голы и заработать те самые 2 очка, которые нам необходимы. От матча к матчу зрелищность в этом противостоянии в течение всего регулярного чемпионата увеличивалась. С чем это можно связать? Потому что первый матч был очень закрыт 1-0, потом постепенно больше и больше голов было. Ну, наверное, это связано с тем, что вообще последние матчи, особенно мы 5 матчей дома играем, все игры достаточно открыты, повторюсь, с обилием голевых моментов, и также и голы есть. Поэтому, я думаю, связано уже там с концовкой сезона, где-то составы наиграны, где-то наиграны тройки, пары, большинство, меньшинство, поэтому отсюда и такие игры. Одним из ключевых моментов, наверное, было то, что команде удалось выстоять 2 раза в 4-минутное удаление. Что скажете по этому поводу? Насколько не просто против такого соперника, который здорово действует в большинстве? Да, мы к этому готовились перед началом игры. Тренерский штаб делал полностью разбор их большинства, показал нам, как нужно играть, и это принесло свой результат благодаря, так скажем, подсказки и указаниям тренерского штаба. Мы действовали также слаженно и не позволили сопернику забить в большинстве. И в заключение, говоря об антураже, сегодня такой специальный матч был в стиле Гарри Поттера. Насколько необычный и приятный такие матчи проводить, насколько это выбивается из общего числа матчей? Ну, это какой-то креативный подход к проведению матча, я думаю. Да, классно, интересно. На самом деле, это, я думаю, больше делается для болельщиков, а наше выходить, творить, создавать моменты, выигрывать.